Всем привет! Моя собака заболела. У нее чесотка. Вот буду сейчас ее купать. Купила в ветаптеке такой вот препарат. Рацидол. Рацидол. Этот препарат надо отсюда надо взять один кубик этого препарата, разбавить в 1 литре воды, в крышке сделать надо такие вот дырки и обрызгать полностью собаку. Ну, конечно, надо в перчатках. Так, ну что же, вот она чешется все время. Собаку я уже привязала на цепь. Вот она сидит. Перчатки одела. На литр воды 1 кубик добавила. Запах такой прям нехороший. Потом поболтать надо. И будем Марфу купать. Давай, Марфушек, ложись. Давай, ложись. Лежи. Вот у нее такая рана прям вышла. Все время чешется собака. Теперь я так на цепку ногой стану. И буду ее поливать. Сейчас рука освободится. И по шерсти буду хорошо прям мочить ее. Шерсть буду раздвигать рукой и из бутылки мочить. Но она собака хорошая, она убегать никуда не будет. Потом я ей еще ошейник купила. Завтра ей ошейник одену, такой вот отблох от всех. Там кто не знаю, бывает. Сейчас клещей нету. Блохи есть. Вот. Ну что, будем купаться? А то что это такое делается? Такая рана прям получилась. Еще сейчас покажу, где она устроила себе вот это приспособление бочки себе чесать. Вот такая клумба. Здесь у меня виноград. И вот видно дорожка прям. Она ходит вот об эти вот, это скат обрезанный, об эти углы бочки себе чешет. И прям такая вот дорожка получилась. Так, вот моя собака, мокрая вся. Тут тоже все мокрое, это она, ну, трепалась. Вот так вот, а поразбрызгивала тут все мне. Через неделю я ее еще раз буду купать. Марфа. Марфушка. Ну, что хочу сказать, ее поведение при обработке спокойно себя вела, не дергалась. Я ее положила на один бачок, с бутылки поливала, другой рукой шерсть раздвигала, чтобы тело хорошо намокло. Потом положила ее, ой, трепается. Потом положила ее на другой бачок. Опа, хорошая у тебя цепка, оторвалась. Ладно, плохо была привязана цепь почему-то. На другой бачок положила, на спинку потом ее положила, животик мыла ей, лапки хорошо помыла. Надеюсь, будет все хорошо. Оставлю ее на цепи, пусть сидит. Или может
можно отвязать, что она пусть бегает по привычным своим закоулкам, тропинкам. Марфа, завтра еще будешь с ошейником ходить, как настоящая собака. Ну все, всем пока. Марфунь, ты на меня не обиделась? Нет? Да я смотрю, не обиделась. Она как будто бы понимала, что я ей желаю только хорошего, поэтому не вырывалась. А там кто? Ой, это какие окунка играется. Окуна. Я покажу, чем она играется. Это воздушный пузырь. Сегодня я рыбу чистила. Дала ей. Она теперь играется, как будто шариками. Акуна, акуна, кошка. Нет, еще котенок. Она еще полностью не выросла. Вот одна часть этого пузыря уже сдулась, потому что акуна ее когтями, нет, зубами. И вторую она прокусила часть. Все. Хорошая игрушка была. Теперь она кушать, наверное, ее будет.